Тем временем Каргопольская районная больница получила новое медицинское оборудование. На первом этаже ЦРБ был сделан ремонт и установлен цифровой рентгеновский аппарат последнего поколения, также маммограф экспертного класса. Оборудование функционально новое, цифровое, с высокой разрешающей способностью, что позволит улучшить качество обследования и информативность. Также сократит время получения заключения. А в стоматологии появился современный радиовизиограф, который позволит врачам выявлять различные зубные заболевания. Все оборудование для Каргопольской ЦРБ поступило по госпрограмме развития здравоохранения Архангельской области.